Под чутким контролем администрации муниципалитета и жителей с 1 ноября управляющая компания «Авангард Восток» ведет управление в 83 домах на основании постановления главы округа Андрея Булгакова. Наконец, проблемы жилищного фонда, которые копились годами из-за недобросовестной работы предыдущей управляющей организации, прорабатываются. Что сделано за эти дни и что будет сделано, говорили на встрече с председателями МКД и активными гражданами в Центре приема и отработки заявок на Космодемьянской. По поручению главы округа над решением ситуации вместе с управляющей компанией работают депутаты, управление ЖКХ, территориальные отделы администрации муниципалитета. Здесь находятся сотрудники и администрации, поэтому вот старшие по домам, председатели домов, активные жители, вы передавайте сюда заявки. Все, значит, акты, которые были вчера составлены, вчера, позавчера, сегодня по входам домов, они тоже здесь все оцифровываются и составляется план работы на основании вот тех актов осмотра. И на основании ваших заявок будут составлять план работы. По каждому дому будет делаться акт, где четко прописывается, что должно быть сделано в самое ближайшее время, а что должно будет сделано в следующий летний период с мая по сентябрь. По принципу конструктивного и открытого диалога с жителями ведется работа. Ежедневно проводятся обходы домов по чек-листу. 58 МКД фонда расположены в микрорайоне Заречный. Из них 40 требуют срочной проверки, согласно заявкам граждан. 9 жилых зданий уже обошли сотрудники блока ЖКХ и управляющей компании совместно с жителями. В течение 10 дней планируется полностью завершить обходы. На встрече подробно обсудили состояние фонда, разобрали точечные проблемы и общие, не обошли вниманием ни одну. Радует уже одно, что управляющая компания есть новая, да, она идет на контакт с жителями, организовываются встречи, налаживается, я смотрю, потихоньку работа, да, как-то и звонки принимаются, вот материалы закупаются. С нами, с председателями выходят на контакт. Бригады сотрудников выезжают на адреса, устраняют проблемы. С первого дня работы на фонде назначенная главой управляющая компания активно включилась в процесс. Прием на работу специалистов, слесарей, электриков и других стал важной задачей. Сегодня УК продолжает набор опытных, добросовестных и ответственных людей в коллектив. Наша компания именно здесь, на участке микрорайона Заречная, она обрастает специалистами. Соответственно, дальнейший план работы выявлять из этих специалистов, на самом деле, профессионалов своего дела, которые будут отдавать сфере ЖКХ полностью себя и работать на благо жителей. За время работы новой управляющей компании поступило 499 заявок от жителей. Более 200 уже отработаны, остальные в работе. В созданном центре на Космодемьянской заявки отрабатываются в очном режиме и по номеру 8-496-258-51-62 с 9:00 до 20:00. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.